Представляем вашему вниманию коляску 2 в 1 «Лама Мамба», предназначенную для детей от рождения до 3 лет, весом до 15 килограммов. «Лама Мамба» уверенно едет по дороге. Передние поворотные колеса, легкая алюминиевая рама, регулируемая по высоте ручка. Здесь все сделано для комфорта родителей и малыша. Прогулочный блок в одно движение переставляется как лицом к маме, так и наоборот. А если малыш устал, просто откиньте спинку в положение отдыха. Итак, начнем с люльки. Люлька предназначена для детей от рождения до 6-8 месяцев, в зависимости от веса и времени года. В этом возрасте ребенку очень важно лежать на твердой и ровной поверхности для правильного формирования спины. У люльки жесткий каркас, она достаточно широкая, 34 см, и длинная, 78 см. Внутри люльки вы найдете матрасик с чехлом. Чехол можно постирать при температуре 30 градусов. Капюшон защищает от ультрафиолетового излучения 50+. Он имеет эргономичную ручку для надежного и легкого переноса. На капюшоне есть молния. При ее помощи капюшон можно снять. Также он убирается при помощи боковых кнопок. Накидка на люльку защитит малыша от ветра и непогоды. При необходимости ее можно снять. Все чехлы на люльке съемные. Их можно стирать при температуре 30 градусов. Чтобы снять люльку, на задней стороне капюшона есть два фиксатора. Опустите красный вниз, потяните черный наверх и снимите люльку. Люлька устанавливается только в положении лицом к маме. Давайте посмотрим, как использовать коляску с прогулочным блоком. Прогулочное сиденье предназначено для детей от 6 месяцев. Здесь мы видим большой водонепроницаемый регулируемый капюшон со смотровым окошком на магните и небольшим козырьком от солнца. Капюшон можно убрать при помощи боковых держателей. Пятиточечные ремни с мягкими накладками регулируются в зависимости от роста ребенка. Их легко расстегнуть маме при нажатии на красную кнопку, но малыш не сможет сделать это самостоятельно. Защитный съемный бампер обтянут тканью. Подножка имеет несколько положений. Регулируется при помощи кнопок по бокам. Имеет силиконовую вставку. В комплекте имеется накидка на ножки. Она легко крепится к бамперу при помощи кнопок и к раме на липучке. Наклон спинки регулируется в нескольких положениях при помощи рычага сзади. Вот таким образом. Прогулочное сиденье можно установить как лицом к маме, так и наоборот. Это очень просто. Поднимите вверх боковые фиксаторы, снимите прогулочный блок и зафиксируйте нужное положение. До 10 месяцев лучше повернуть малыша лицом к маме, а после – лицом к окружающему миру. В комплекте есть сумка для мамы. Сумка крепится на коляску, также ее можно повесить на плечо. Внутри вы найдете матрасик для пеленания и множество отделений для подгузников и разных мелочей. Это удобно, когда все под рукой. Колеса полиуретановые. Передние – поворотные с блокировкой. Чтобы заблокировать колесо, достаточно опустить фиксатор в положение вниз. Это удобно, если вы едете по неровной поверхности, например, песок или снег. Колеса легко снимаются. Достаточно нажать на черный фиксатор и вытащить его. Внизу мы видим вместительную корзину для покупок. Ножной тормоз действует сразу на оба задних колеса. Опустили вниз, поставили на тормоз. Вверх сняли с тормоза. Телескопическая мягкая ручка. Вы можете отрегулировать высоту при помощи кнопки посередине. У коляски «Лама Мамба» очень легкая алюминиевая рама. Ширина 67 см. Раму очень легко сложить. Просто поверните фиксатор влево, нажмите на кнопку и сложите раму. Разложить еще проще. Просто потяните раму за ручку. В комплект коляски «Лама Мамба» входит сумка для мамы, дождевик, москитная сетка, накидка на ножки, люлька с капюшоном и матрасиком, прогулочный блок с капюшоном и бампером, шасси с колесами и инструкция.